В четверг, 5 ноября, в администрации Звенигорода прошло еженедельное совещание. В повестке профильных заместителей главы округа и руководителей теруправления было несколько вопросов, в том числе ситуация с распространением коронавирусной инфекции в муниципалитете. За минувшую неделю еще 92 жителям Одинцовского округа врачи поставили диагноз COVID-19. Таким образом, с начала пандемии были инфицированы более 3200 человек. Только за 4 ноября скорая помощь сделала 94 вызова. В 33 случаях потребовалась госпитализация. На 5 ноября в Одинцовском округе развернуто свыше 2300 коек, из них 786 свободны. Большая часть во временном госпитале в парке «Патриот». В отелях, пансионатах и санаториях округа проживают 945 медработников, работающих в красной зоне. Буквально на днях заселятся еще 250 человек. Это результат разработанного в муниципалитете комплекса мер по привлечению кадров в систему здравоохранения.